Дальше мы, как и обещали, будем готовить хот-дог. У нас есть булочки. Папа, не отрезай их. Капуста. Там в холодильнике у нас стоит кетчуп, майонез. И сосиски папа может. Один раз папа песенку подставил. Какую песню? Папа может все что угодно. Только маму, только мама. Я не могу быть. Ребята, говорю вам на всю жизнь, если вы тоже хотите сделать хот-дог, то булочки нужно резать не полностью, а только наполовинку, чтобы туда вместилась сосиска. А то если мы ее полностью... Вот так вот. Режем. Тут. Режем. Режем на разделочной доске. Так. Мама с Алиной отказались. Поэтому мы будем резать две булки. Вот, порезала. Сосиски нужно разогреть. Но мне лучше без хлеба разогревать, потому что тогда будет слишком уж горячо, и я не смогу кушать. И еще я должна спросить у папы, это очень важный вопрос. Папа, тебе еще и снизу наливать на булку майонез или только сверху? Только сверху. Хорошо. Я тоже только сверху, потому что внизу у меня будет все течь. Вот мы разрезали булочки, подготовили капусту. Первый раз из капусты делаю. Ну, сосиски! Разогрелись. Вот у нас сосиски вкусные, разогретые. И нам нужно их положить. Только осторожненько, они горяченькие. Так, мне и папе. Так. Стоп, я сделала неправильно. Я себе хочу попробовать сделать бургер с капустой. Положу здесь капусту. И на него кладу бургер. Вот так. Хотя с капустой все-таки. Вкусно капуста с колбаской. Так, вот так. Так, нужно положить. Так, это мой. С чем? С помидорами. Томатами. А папе московский провансаль. Папе. Майонез положим папе, как он заказывал. Делаем сейчас кушать. Так, готовы. Очень вкусные булки. И сосиски вкусные. Даже не знаю, что лучше. Мне кажется, все-таки сосиски лучше. Вкусно. И быстро, и вкусно. Попробуйте сделать такой же.
До свидания, девушки и мальчики. С вами была Мария Воложенна и передача «Пикник». Ну, сосиски попробуем, они еще вкуснее. Ага. Такая вкусная.